Во вторник в Самарской области солнечно, без осадков. Температура воздуха в дневное время минус 2, плюс 2. Ночью 6-8 ниже 0. Ветер южный, юго-восточный, скорость 1-2 метра в секунду. В Сызрани солнце, днем 0 градусов, ночью минус 7. Ветер юго-восточный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти безоблачно, днем минус 1, ночью минус 5, юго-западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре солнечно, днем минус 2, ночью минус 9, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.